На календаре 5 декабря. 5 декабря 1860 года завершилось строительство первой в Самаре каменной паровой мукомольной мельницы. Она располагалась на берегу реки Волги напротив Иверского женского монастыря. А построил эту мельницу на свои средства богатый ставропольский помещик Александр Шишков. Подземные переходы сегодня стали настолько привычными, что казалось, они были всегда. А между тем, первый тоннельный пешеходный переход в городе Куйбышеве, так тогда называлась Самара, появился ровно 52 года назад, 5 декабря 1966-го. И было это на пересечении улицы Победы и Кировского шоссе. Сегодня это проспект Кирова. В календаре памятных дат 5 декабря отмечено как День воинской славы России, день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. Кроме того, сегодня Международный день добровольцев и Всемирный день почв. 5 декабря в разные годы были рождены советский писатель, сценарист, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Тендряков. Американский певец, гитарист, автор песен Джей Джей Кейл, советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова и другие известные люди. В народном календаре сегодня Прокопьев день. С этой поры мужики на Руси санничали, то есть изготовляли и чинили сани. Дети на Прокопа обычно собирались на улице и устраивали шумные гуляния, играли в снежки, катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и молодежь, а вечером, нагулявшись, собирались в чьей-нибудь избе и загадывали друг другу загадки про зимние забавы. Такими событиями ознаменован 5-й день декабря. Всего вам самого доброго!